Саженцы яблони орловская зимняя относятся к самобесплодным, то есть для их плодоношения потребуется опыление. Созревание происходит ближе к концу сентября, этот сорт относится к зимним. Плоды вызревают массой в среднем 120 граммов, золотисто-желтого цвета с выраженным румянцем. Мякоть каждого яблока белого цвета с зеленоватым оттенком. Вкус – сладкий и ощущается характерный аромат. Крупномеры яблони орловская зимняя начинают плодоносить примерно на пятый год. Среди достоинств данного сорта стоит назвать отличные показатели в плане транспортабельности плодов, хорошую их легкость, способность длительное время сохранять товарный вид. Яблоня орловская зимняя – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола яблоня орловская зимняя можно отнести к группе среднерослые. Яблоня орловская зимняя имеет зимний срок созревания. Обратите внимание, что яблоня орловская зимняя – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.